Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино. Сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием «Медиатор». Андрей Павлов, профессиональный переговорщик, прошедший подготовку в Академии управления МВД России. Он тот человек, который без оружия приходит к террористам и в считанные секунды устанавливает с ними контакт. Но основной его доход идет не от удачного освобождения заложников, а от крупного бизнеса. Везде, где люди не могут договориться, он помогает за очень большие деньги. Для каждого случая он меняется до неузнаваемости. Удивительную способность к перевоплощению Павлов развил в детстве, это помогало ему выстраивать непростые отношения с матерью. А еще он настолько хорошо чувствует людей, что давно не верит никому. Даже себе. 10 серия. Пазл начинает складываться, осталось его разгадать. ФСБ получает досье на академика Громова. Павлов узнает об инновационных исследованиях и их последствиях. Марина готова сорвать оковы рабства и оставить медиатора в прошлом. Но чтобы обрести свободу, иногда нужно перестать бежать от реальности, какой бы жестокой она ни была. Маша наведывается в лабораторию, в которой помогают подросткам. Она наводит справки об одном из пациентов, не подозревая, кому сейчас на самом деле нужна помощь. Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться к каналу.